Entertainment представляет. Майк Карка Продакшн. Ты в порядке? Да. Теперь все будет хорошо. Возьми это. Пускай оно будет всегда с тобой. Это будет тебя охранять. Спасибо, мама. Я люблю тебя. Будь здесь и жди маму. Хорошо? Хорошо. Я люблю тебя. Привет, Скарлетт. Привет. Кто ты? Мы были друзьями с твоим папой. Виноградник. Ты готова? Привет, ребята. Хорошо, что зашли. Эй, Ребекка. Мы только хотим попрощаться. Да. Нам будет вас не доставать. Спасибо за мебель. Привет, ребята. Привет. Привет. Мы уезжаем. Мы будем скучать. Зайдете к нам? Нет. Спасибо, но нам далеко ехать, поэтому... Да, до Сиэтла довольно далеко. А вы уверены, что все оставляете нам? Ведь некоторые вещи совершенно новые. Да, мы хотим начать все сначала. Теперь нам это ни к чему. Мы понимаем. А давайте я вам дам немного денег, ладно? Ни в коем случае. Не нужно. Не нужно, мы не возьмем. Пускай останутся у вас, они вам понадобятся. Я хочу дать вам это. Вот. Я не могу. Бери, пожалуйста. Ему нужен счастливый дом. Спасибо.
Поехали? Да. Едем уже 8 часов, еще 12. Может, остановимся? Переночуем где-нибудь? Я не остановлюсь, пока не увижу большую надпись «Добро пожаловать в Вашингтон». Ну уже. Я так устала. Нужно остановиться в мотеле. Ладно, скажешь, в каком. Привет, Скарлетт. Как жизнь? Как себя чувствуешь, малыш? Пожалуйста. Не поворачивайся, иначе я перережу тебе горло. Я друг Чета. Я пытался связаться с ним, но он не отвечает на мои звонки. Это неприлично. Что тебе нужно? Скажи Чету, что он должен заплатить. Он знает, в чем дело. Чет, что ты делаешь? Чет! Детка, детка! Детка, ты в порядке? Ты в порядке? Что это значит? К нам врывается какой-то человек и требует, чтобы я сказала тебе, что ты должен заплатить. Что это значит? Я сделал несколько ставок. Думал, все выйдет, но мне не повезло. И я проиграл. Вот как? Я не могу поверить. Я смогу расплатиться деньгами из надбавки. Я слышала, что ты сказал. В наш дом пришел человек. Я прошу тебя. Ты понимаешь, что он грозился перерезать мне горло? Он знает мое имя. Я боюсь за свою жизнь. Пойми меня. Прости меня. Прости, пожалуйста. Сколько ты должен? Сколько? 25 тысяч.
Где мы? Мы попали в аварию. Ты в порядке? Давай. Осторожно. Вот так. Ну? Как ты? Черт. Как это вышло? Ты уснул. Это случайно. Я же говорила, что нужно остановиться. Не знаю, как это случилось, но я не спал. Мы находимся черт знает где. Что нам теперь делать? Я не знаю, что нам делать. Но мы не знаем, где мы находимся. Чего орешь? Потому что теперь нужно думать, что нам делать. Я не знаю, что нам теперь делать. Не знаю. Нужно было слушаться меня. Вот что нужно было делать. Я не нарочно. Это вышло случайно. Черт, что с твоим телефоном? Нет связи. Смотри. Пойдем. Слава Богу. Надеюсь, там кто-то есть. Посмотрим. Думаешь, мы должны просто войти и постучать? Думаю, что да. А что нам еще делать? Вы что, потерялись? Да. Попали в аварию? Да, Чет заснул. Мы врезались в телеграфный столб, а потом нас куда-то занесло. Ничего себе. А вы сами-то в порядке? Да, но машина сломалась, поэтому можно мы воспользуемся вашим телефоном? Прошу. Да, конечно. В Джефферсоне есть один парень, Чак, у него грузовик. Далеко? Где-то 30 миль. Да. Боюсь, это ближайший отсюда город. Но Чак отличный парень. У него есть грузовик и уйму свободного времени. Эй! Он глухой. Нет, 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 стой. Что это здесь делает? Возьми ее и оттащи отсюда. Возьми тачку и убери это отсюда. Мы дружим с его отцом. Я взял его на работу. В городе он никому не нужен. Вы помогли ему? Идемте, заходите в дом. Будете моими гостями. Я Сэмаэль. Я Скарлетт. Это мой муж Чет. Привет. Рада познакомиться, Сэмаэль. Огромное спасибо. Не за что, только мое имя Сэмаэль. Но зовите меня Сэм. Так меня все зовут. Идем. Лил, к нам пришли. Это Чет и его жена Скарлетт. А это моя жена Лили. Я попробую угадать. Машина сломалась? Нет, они попали в аварию. Все в порядке?
Да. Мы в порядке. Просто хотим позвонить от вас. Да, конечно. Нужно позвонить Чаку, сказать, чтобы он приехал сюда на своем грузовике. Что? В чем дело? Почему-то не работает. Нет гудка. Так, это странно. Может, вам лучше позвонить из автомата? Да. Правда, я думаю, что он тоже не работает. Не может быть. Да. Это правда. Знаете, уже слишком поздно, я не смогу отвезти вас в город. Знаете что? Оставайтесь с нами на ночь, а утром первым делом я вас отвезу в город. Нет, мы не хотим причинять неудобства. Ни в коей мере, мы будем только рады. Конечно. У нас много места. Я приготовлю что-то интересное на ужин. Вы очень добры. Спасибо. Спасибо. Да не за что. Дыши. Раз, два, три. Толкаем. Давай. Давай, Скарлетт. Что? Что там? Что там? Нет. Ты испугал меня. Привет. Ты читаешь по губам? Я Скарлетт. Элал. Элал. Приятно познакомиться. Спасибо. Спасибо. Не за что. Вкусно? Спасибо. Приятно познакомиться. Мне тоже. Пока. Запах чудесный. Надеюсь, вам понравится. Хотите попробовать нашего вина? Конечно. Да. Отлично, отлично. Надеюсь, вам понравится красное. Я предпочитаю именно его. Конечно, красное — это замечательно. Это Каберне Совиньон. А вы, наверное, много пьете, не так ли? Сэмуэль. Шучу, не обижайтесь. Вино из винограда Каберне — лучшее в мире вино. Ничего другого я не выращиваю. Это вино — урожай 2001 года. Прекрасное вышло вино. Самое лучшее. А ну скажи, хорошее вино? Точно. За наших гостей. Пусть худшие дни вашего прошлого станут лучшими днями вашего будущего. Сэмюэл, ты перепутал. Должно быть так. Пускай лучшие дни вашего прошлого станут худшими в вашем будущем. Разве не так сказал? Простите.
Простите за вас. Это потрясающе. А я что говорил? Будешь ужинать? Держи. Спасибо. Как его зовут? Элал. Он читает по губам. Элал. Элал. Да, но звучит это как «Алло, алло, элло, элло». Сэм, пожалуйста, прекрати. Да ладно, я просто шучу. Он знает, что шучу. Ты же знаешь, что я шучу? Ты нашел дырку в заборе? Нет. Так ты еще и слепой. Убирайся, пошел. Лили, а где у вас уборная? Это там, первая дверь налево. Спасибо. Сэмэль любит жару. Я не очень-то люблю жару. Еще вина? Да, спасибо. Мне кажется, вы много пережили в своей жизни. Прости. Я не хотела ничего выпытывать. Все в порядке. Мы потеряли сына не так давно. Я сожалею. Не знаю, что сказать. Не нужно. Не нужно ничего говорить. Поэтому мы уехали из Сан-Диего. Это было очень тяжело. Там все напоминает о нем. У вас есть дети? Нет. Почему? Почему я? Тебе придется делать выбор. Выбор, который предопределит, какая жизнь будет у твоего сына. Это очень любезно с вашей стороны. Да, нам повезло. Мы тоже рады. Хорошо, что вы здесь оказались. Хорошо, что я делаю здесь вино. Пей вино, и будешь хорошо спать. Будешь хорошо спать, не будешь грешить. Избегай греха, и будешь спасен. Значит, пей вино, и будешь спасен. Так говорил мой отец. Я верю ему. Пойду возьму фотоаппарат. Чем ты занимаешься, Скарлетт? Я преподаватель, но сейчас я не работаю. Каникулы? Да, на неопределенное время. Улыбнитесь. Давайте, приготовьтесь. Мне нравится делать фотографии наших гостей. Ну уже. Ладно. Готовы? Улыбка? Ну вот. Ты моргнул? Нет. Отлично.
Оставь, оставь, я уберу утром. Ты уверена, я могла бы помочь? Нет, нет, ни в коем случае. Вы гости, мы вам не позволим ничего делать. Ты уверена? Конечно, я сама. Я покажу вам ваши комнаты. Комнаты? Мы вообще-то муж и жена, так что можем спать и в одной комнате. Да, но у нас комнаты с одной кроватью. Простите, надеюсь, это не очень страшно. Конечно, думаю, раз можно поспать и порознь. Отлично, пойдемте. У вас, правда, прекрасный дом. Спасибо. Вдруг не сможете заснуть, если хотите, можете перебраться в гостиную, смотреть телевизор. Мне нужно закончить кое-какую работу, так что... Спасибо за все. Вы нам очень помогли. Я не знаю, как мы можем вас отблагодарить, но ваши должники, не думайте об этом. Я приду попозже. Я буду наверху. Это семейное хозяйство? Да. Сады всегда принадлежали семье Сэма. Это все ваши родственники? Нет. Просто гости, как и вы. У вас здесь бывает много гостей, но не слишком. Мы ведь здесь уже давно. Здесь будет и ваша фотография. Вот одна из ваших комнат. Если вам что-нибудь нужно... Наша спальня в конце холла, рядом с ванной. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хорошие люди. Да, но какие-то немного странные. Хотя милые. Ты бы тоже стала странной, если бы провела всю свою жизнь черт знает где. Да, но Сэм все время ходит в сарай, это как-то... Они же делают вино. Зачем ходить в сарай среди ночи? Может, он там давит виноград? Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Все будет хорошо. Веришь? Верю. Просто тяжело. Все наладится, когда мы приедем в Сиэтл. Я знаю. Ну, по комнатам. Да, спокойной ночи. Спокойной ночи. Hey, buddy. Привет, ночной визит? Yeah. Да. Я разбужу вас рано, чтобы отвезти в Джефферсон. Ладно, спасибо. Не за что. Спокойной ночи. Вам тоже. Да? Чет? В чем дело, дорогая? Скарлетт? Ребенок. Что случилось? У него плохой цвет лица. Мне страшно. Что с ним? Не знаю. Ты звонила доктору Миллеру? Да.
Он сказал, что все нормально. Милая моя. Мне страшно. Я не знаю, что делать. Я сейчас же приеду. Уже выхожу. Ладно? Господи. Извини, я... Не можешь заснуть? Тяжелый день. Тяжелый год. Как звали твоего сына? Ганни. Гюнтер. Так звали дедушку Скарлетт. Ганни. Мило. Что было, когда он умер? Было тяжело? Невозможно оправиться от смерти собственного ребенка. Невозможно. Лили, ты идешь? Я сейчас. Не могу заснуть. Ты бы видел свое лицо. Ты в порядке? Да, просто не спится. И мне. Идем.
Прости, что я заснул. Ничего, ты не нарочно. Давай спать в одной комнате. Я буду спать на полу. Нет, ты не выспишься. А завтрашний день будет еще длиннее, чем сегодняшний. Ты права. Я знаю. Я люблю тебя. И я тебя тоже люблю. Спокойной ночи. Он перестал дышать. Но вы должны ему как-то помочь. Мы делаем все возможное, но ваш ребенок очень болен. Это нужно признать. Это связано с протеканием беременности? Это я виновата. Сложно сказать, что послужило причиной. Важно помнить одно. С ним будет все в порядке. Просто вы оба должны уделять ему особое внимание. Следующие несколько месяцев — это очень важно. Он будет... нормальным. Он будет нормальным. Боюсь, что нет. Привет. Извини, что разбудил тебя. По-моему, ты понравился моей жене. По-моему, она без ума от тебя. Дорогая, ты справишься? Конечно. Готов повеселиться? Смотри на нее. Важно, чтобы ты смотрел на нее. Если отвернешься, ей будет больнее. Обещаю. Что с тобой? Тебе должно понравиться. Да ладно, Чет. Мы знаем, ты любишь смотреть. Так что это шоу для тебя. Oh.
ты. Скарлетт. Скарлетт, девочка. Если бы ты знала, что будет дальше, то умоляла бы меня теперь перерезать тебе горло. Держись, дорогой. Давай же, то ли еще будет. Пожалуйста. Зачем вы это делаете? Пожалуйста. Нет, нет, нет! Ты только посмотри на нее, она держится молодцом. О, Боже. Чет, прошу вас, не нужно. Не делайте этого, пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Чет, нет. Смотри на нее. Смотри на нее. Не опускай глаза. Еще раз отведешь взгляд, и она останется там. Че, ты просто неженка. Твоя любимая умирает, а ты даже ничего не делаешь. Почему? Почему, Чет? Почему ты ничего не делаешь? Возможно, потому что он не может. Возможно. Знаешь что, Чет? Я, пожалуй, отдам ее жизнь в твои руки. Для меня это слишком большая ответственность. Посмотрим, как ты себя покажешь. Скарлетт, Чет действительно тебя любит. Он единственный, кто тебя держит на поверхности. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, дорогой. Помогите ей! Круто! Похоже, он и правда сильно ее любит. Why are you
Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Помогите ей! Нет. Ну что ж. Во всяком случае, ты старался. Ты сделал попытку. Зачем, сволочи, зачем вы это делаете? Ты сам знаешь, зачем. Скажи спасибо, что в ведре не оказалась, Чет, твоя голова. Теперь я хочу тебя. Так чего ты ждешь? Отдохни, парень. Для тебя мы приготовили особое развлечение. Скарлетт! Скарлетт! Давай, детка, давай. Давай. Ну уже, давай. Ну уже, давай. Давай. Милая, давай. Давай. Ну же, детка. Давай, давай, милая моя. Вставай. Вставай, прошу тебя. Пожалуйста. Ну, дыши. Дыши, дыши. Дыши, милая. Вот так. Все в порядке, все в порядке. Не бойся, все хорошо. Не бойся. Не бойся, детка, не бойся, мы в порядке. Ты в порядке, да? Да. Да. Привет, Скарлетт. Как ты? Кто это? Ты успела забыть меня? Я друг. Что тебе нужно? Мы уже заплатили тебе. Похоже, то, что говорит тебе Чет, только часть правды. Что? Мы заплатили тебе 25 тысяч долларов. Правильно, а как насчет остального? Что? Остальные деньги.
Ты же не думаешь, что это все, что он нам должен? Сколько же он вам должен? Твой малыш, Чет, должен нам $238 000. Скарлетт, и я тебя предупредил. Когда я позвоню в следующий раз, будет совсем не так приятно разговаривать со мной. Ты слушаешь меня, Скарлетт? Да. И не думайте сбежать, потому что мы найдем вас. И будет гораздо хуже. Надеюсь, ты найдешь подход к мужу. Ради Ганни. Ганни так нуждается в папе и маме. Прощай, Скарлетт, и не забудь, что ты пролила молоко. Ты им не заплатил? Что? Тот человек. Ты не заплатил ему? Конечно, я заплатил. Разумеется, я заплатил. Тогда зачем они это делают? Почему? Не знаю, они психи. Я заплатил им. Ты сама знаешь, что мы им заплатили. Мы заплатили. Скарлетт, пожалуйста, верь мне. Прошу тебя. Прошу. Мы должны выбраться отсюда. Нужно идти. Нужно идти. Уходить отсюда. Сэм, нужно убрать эти бочки. Да, я займусь этим. Да, дорогая. Скорее бежим, я нашел выход. Давай. Умница, давай вот так. Вот так. Хорошо. Давай. Да. Вперед. Я не могу. Можешь. Я не могу. Можешь, давай, я помогу. Вот так, аккуратно. Вот так. Давай, детка, я тебя держу. Давай. Вниз. Вниз, спускайся. Вот так, хорошо. Потихонечку, давай. Еще немного. Скажешь, когда будет готово. Я больше не могу. Нет, ты можешь. Давай руку. Давай, я опущу тебя. Давай. На раз, два, три. Раз, два, три. Пожалуйста, пожалуйста. Иди. Иди с ним. Помоги нам. Они хотят нас убить. Помоги нам. Не с места. Только шевельнись, и я разнесу тебе голову. Скарлетт?
Скарлетт! Сюда. Скарлетт? Скарлетт, отсюда нельзя сбежать. Ближайший город в 30 милях. Притом нужно знать, в какую сторону идти. Мы просто хотели испугать вас. Утром мы вас отпустим. Скарлетт! Скарлетт! Элал слышит меня. Ты только вредишь ему. Ты ведь знаешь об этом? Скарлетт! Скарлетт! Скарлетт, где ты? Все в порядке. Скарлетт! Тебе не убежать, Скарлетт. Отсюда нет выхода. Ты что себе позволяешь? Что ты творишь? Теперь будешь помогать мне. Скарлетт, знаешь, что мы сделаем? Я сосчитаю до 5, и если ты не появишься, я выколю ему глаза. Я серьезно. Слышишь? Раз. Два. Три. Четыре. Ну уже. Пять. Вот сука. Скарлетт, как ты могла? Я же предупреждал. У него есть еще один глаз. Хочешь, чтобы он стал слепым? Ты этого хочешь? Ждешь, пока он сам тебя попросит? Он будет стараться. Это все из-за нее, Элал. Ты понимаешь? Это из-за нее. Стой! Стой! Прекрати! Очень хорошо. Ты правильно поступила. Ты проклятый мерзавец! Извини, но это не моя вина. Ты могла меня остановить. Теперь иди сюда, пока я не перерезал ему горло. Посмотри на него. На одноглазого. Знаешь, хоть это и нехорошо с моей стороны, но я все-таки перережу ему глотку. Нет, нет, нет! Теперь ты никуда не убежишь, моя дорогая.
Что случилось? Это ее муж постарался. Где он? Не знаю, он смылся. Сволочь. Она убила Элала. Что? Это ты убила его? Теперь ты отсюда не сбежишь. Я этого не допущу. Похоже, твой муж бросил тебя. Я не могу его винить. Он не мог уйти далеко. Я найду его. Как нашел тебя. Сэм, постой. Что? У него ружье. Думаешь, он тоже убийца? Зачем вы это делаете? Разве ты не знаешь, Скарлетт? Нет, я не знаю. Мы все отдали. Мы отдали все деньги. А у меня другие сведения. Вы хотите еще денег? Я дам вам еще. Слишком поздно, Скарлетт. Когда зовут нас, значит, уже слишком поздно. Понимаешь? Знаешь, нужно найти какое-нибудь развлечение. Нет. Пожалуйста. Нет. Не то. Не то. Вот это может быть интересно. Это может быть очень интересно. Пользовалась когда-нибудь этим? Конечно. Нужно быть очень осторожной, иначе можно порезаться. Скажи. Зачем ты его убила? Я не убивала его. Что он тебе сделал? Он был таким невинным. Твой муж – труп. Не ври мне, Скарлетт. Я не вру. Я клянусь. Ты так уверена. Нужно быть особым человеком, чтобы быть способным на убийство. Разве нет? Не всякий способен на это. Я не убивала Элала, поверь мне. Пожалуйста, это не я. Поверь, заткнись. А теперь развлечемся. Нет. Прошу, не нужно. Пожалуйста, прошу тебя. Не нужно. Нет, Скарлетт, ты не заслужила прощения. Нет. Боже! Это хороший способ похудеть. Попробуем другой стороной? Нет, нет, нет! Боже! Нет, нет! Твоя кость тупит мне терку. Пожалуйста. Думаю, достаточно. Для этой ноги. Нет. Пожалуйста. Нет. 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 Пожалуйста. Нет.
Отойди от нее! Сэм! Заткнись! Помоги! Сэм! Закрой свой рот! Дорогая. О, боже мой. Боже. Осторожно. Скорее, он сейчас вернется. Торопись. Быстрее. Деточка моя. Деточка. Не двигайся. Ах ты, сволочь. Я сказал, не двигайся. Стреляй. Давай, стреляй. Ну же, Чет, стреляй. Чет. Давай. Стреляй, Чет. Скорее. Пожалуйста, Чет. Стреляй. Ну, стреляй. Давай. Стреляй, Чет. Ты мне сделаешь одолжение. Сколько раз мне отец говорил, что ружье в доме должно быть заряженным. Надеюсь, ты не боишься темноты. Дорогой, помоги мне. Пойдем, пойдем, скорее. Уходим. Там. Черт! Нет ключей.
Чет, Чет, Чет! Чет! Быстрее! Чет! Быстрее, дорогой! Быстрее! Давай, давай, давай! Что ты делаешь? Ты чего? Нужно убедиться. О, Боже. Прости, прости меня. Да что с тобой? Не нужно. Ты чего? Я думал, что смогу все это уладить, понимаешь? Страховка, страховка. Ты о чем? На следующей неделе мне нужно ехать в Индианаполис. Я ехал недавно и заснул за рулем, и потом... Что? Нет, не говори этого. Даже не говори этого. Послушай, я уже обо всем подумал. Это единственный выход, иначе они будут приходить за мной. Нет. Если они все равно хотят тебя убить, то какой смысл? Они убьют не только меня. Они убьют тебя. И Ганни. Нет. Нет. Скажи мне правду, Чет. Что происходит? Ты о чем? Пошел ты. Пошел ты. Это все из-за тебя. Я нашла деньги, а ты не заплатил им. Скарлетт, я заплатил. Поверь мне, я заплатил. Все, что у нас было. Вся наша жизнь. Я тебе говорю, что заплатил. Лили сказала, что ты все еще должен им. Что? Да. Поэтому они делали это с нами. Она лгала. Чушь. Я заплатил им, поверь. Скарлетт, я тебя люблю больше всего на свете. Разве ты не видишь? Послушай. Если ты мне не веришь, тогда... Тогда почему? Почему это случилось? Ну, не знаю я, не знаю. Откуда мне знать, почему? Мало ли, какая ерунда может произойти. Но не такая, как с нами. Мне холодно.
Держись, детка, держись. Скоро мы найдем помощь. Который час? Не знаю. Наверное, скоро утро. Да, наверное. Черт. В чем дело? Черт, нет. Что? Черт, бензин на исходе. Ты что? Да. Черт. Ты должна держаться. Ладно. Мы найдем кого-нибудь. Возможно. Возможно. Мне становится хуже. Держись, детка. Скоро мы найдем помощь. Ладно. Не знаю, надолго ли меня хватит. Смотри, смотри. Не могу поверить. Подожди. Я помогу тебе. Все будет хорошо. Мы выберемся из этого дерьма. Держись. Ты в порядке? О, нет, не может быть. Этого не может быть. Это невозможно. Мы же столько проехали. Нет, нет, нет. Рад, что вы вернулись. О, Боже. Ну что, рады нам? Почему вы это делаете? Разве ты не знаешь? Разве ты не знаешь? Ты убила своего сына. Этого мало? Спасибо, Чет. Если бы не ты, никто из нас не оказался бы здесь. Знаешь, из всех мужчин, которые когда-либо проходили через это, вряд ли найдется больше трус, чем ты. Пожалуйста, просто убейте меня. Убить? Убить мы не можем, Чет. Ты уже сделал это сам. Меня забавляет ваше удивление. Вас кое-кто хочет увидеть. Элал.
Моя прекрасная Скарлетт. Я так счастлив, что наконец-то ты здесь. Кто вы? Ты не узнаешь меня. Мы были друзьями с твоим отцом. Правда? Да. Ты спрячь эту вещицу, чтобы не потерять. Молодец, вот так. Спасибо. Ты очень похожа на своего отца. Особенно глаза. Как у него. Я похожа на маму. Конечно. Скажи мне вот что. Как умер твой папа? Во сне. Так сказала тебе мама. Папа обижал тебя, правда? Я знаю, он обижал тебя. Но мама остановила его. Верно? Она остановила папу. Поверь, я много чего знаю, девочка. Я знаю все секреты. Хочешь узнать секрет, Скарлетт? Да. Я знаю, где твой папа, и если ты хочешь, я отведу тебя к нему. Нет. Ты уверена? Ну что ж, у нас много времени. Много времени, может быть, ты передумаешь. Я всегда был с тобой. Я всегда шептал тебе на ухо. Страховка распространяется на всех членов семьи. Ведь так? Мы сможем завести еще детей, дорогой? Нет. Пожалуйста. Пожалуйста, послушай. Мы сможем. Пожалуйста. Ну же, послушай меня. Ты же знаешь... Ганни не сможет жить нормальной жизнью. Ты знаешь это, пожалуйста. Но не делай этого. Мы заведем еще детей. Мы сможем. Ты начнешь все сначала. Ты и я, дорогой. Я не могу потерять тебя. Пойми это. Я не могу. Не могу. Судьба наносит удары. А люди способны из всего извлекать пользу. Если бы я не был тем, кто я есть, я бы подумал, что вы страшные люди. Нет, нет, мы не такие. Это не мы. Это вы. Это вы. Пожалуйста. Пожалуйста, а можно мы попробуем снова? Снова? Все будет точно так же, Скарлетт. Правда? Правда?